Всем приветик, мои дорогие. Купила для Давида новые пазлы. Ну, точнее, не пазлы, а такие магниты мягкие на холодильник. Вот. У нас до этого уже были, значит, овощи, фрукты, там, по-моему, плоды еще какие-то. В этот раз я купила, сказка называется «Теремок». Сделано видео такого домика. Вот. Сзади здесь написана инструкция, производитель. Такая иллюстрация. Так, сказка называется «Репка». Магнитный театр. То есть можно приклеить на холодильник и играться с ребеночком. Ну, написано от 3 до 6 лет. Моему Давиду сейчас почти 2 годика. Ему они очень даже отлично нравятся. Сейчас я распечатаю коробочку и покажу, что внутри. Сейчас, одну секундочку. Так, разворачиваем коробочку. Первое, что мы видим, это такой вкладыш. Я так понимаю, что это листик с самой сказочкой. Вот такая вот, яркие иллюстрации мне понравились. Вот. Это сама сказочка. Ну, сказочку я вам сейчас читать не буду. Я думаю, все взрослые ее знают хорошо, «Репка». Здесь просто белый листик. То есть очень красиво оформлено, мне нравится. Вот, кстати, Давидик. Дамушка. Дамушка балуется. Ты балуешься, да, Давидик? Би-би-би-би-би. Вот наши старые пазлы. Магнитики на холодильник. Это будут новые. Так. Вот это такой вкладыш. И дальше мы вытрушиваем с коробочки сами магнитики. Сейчас, секундочку. Итак, я достала все магнитики из коробочки. Их здесь оказалось 10 штучек. Так, вот написано 12 магнитов, сказка для игры. Я объясню. Здесь всего 10, но из них «Репка» складывается как пазлом с 3 частей. Я ее сразу же вам сложила, и на холодильник я тоже сразу их приклею. Так. Вот такие яркие магнитики, мне очень нравятся. «Репка», «Дедушка», «Бабушка», «Внучка», «Собачка», «Жучка», «Котик», «Мышка», такой забор с травкой, просто травка и такой подсолнушек. Сейчас мы все это прикрепим на холодильничек и будем с Давидиком играться. Пазлы мягенькие, здесь внутри как типа поролон. С этой стороны поверхность, которая магнитит, прилипает к холодильникам, вообще к железным всяким предметам. Вот. Это большой. Вот он. Так вот разбирается. Вот так вот собирается. В общем, будем читать «Репку» и играться с Давидиком. Вот такая вот коробочка. Дамушка, привет! Тебе нравится игрушечка? Да? Смотри, у нас новая с тобой игра, Давушка. Ты машинка играешься, да? Вот такая вот упаковочка, коробочка. Домик с крышей. Вот такой вкладыш со сказочкой самой. Вот такие вот магниты. 10 магнитиков. Один из которых собирается с 3 частей. Все, спасибо за внимание. Смотрите мои видео. Все, всем пока. Целую. Тём-тём, пока.